Всем привет! Захожу я сегодня такой в игру, никого не трогаю. Готовлюсь получить обычные ежедневные награды для Омега-клона. И тут... Ну, само собой, сейчас заберем их. И тут смотрю, отмечаем день капсулера. Забери свои подарки, ограниченное время с действием, оставшиеся подарки. Хоба! И что мы видим? Новые подгонщики от CCP. Забираем. И что у нас в итоге? В итоге 10 подарков у нас. В течение 15 дней можно будет их получить. Значит, на второй день вроде как фигня. Сегодня у нас 25 тысяч скиллпоинтов было. Ну, это для Омеги. Для Альф, конечно, тут грустненько. Они появятся вон на пятом. Но у Омеги они появятся 50 тысяч еще появится. Тут еще Апофеоз. Нахрен не нужен. Санейс хороший подгончик. Гнозис еще планируется. Тоже, в принципе, не так и плохо. Что у нас тут дальше до конца-то? Так, у Альфы, в принципе, еще под конец соточка скиллпоинтов. У Омеги 250 вместе с Альфой, кстати. Так что, в общем, в итоге получится достаточно прилично. ИСПИ. Помимо Гнозиса, тут еще и Прасикс на халяву выдастся. И вот эти вот две капсулы, что-то пока вот я не совсем пойму, что это такое. А, это у нас на бустеры. И это тоже на бустеры. В общем, зашли, не забыли получить еще вкладочки. Вот они, две вкладочки. Так что так. Ну все, пока.